Всем привет, ребята! Меня зовут Гонзик. Сегодня, 30 августа, я вам расскажу про очередные бесплатные лимитки в Roblox, которые прямо сейчас вы можете получить в разных играх. Но перед тем, как вы будете получать лимитки, обязательно заходите на страницу этой лимитки и смотрите, остались ли еще копии, чтобы не тратить время зря на получение лимитки. Первая лимитка, про которую я хочу сегодня рассказать, это Корона Дракона. Тираж этой лимитки 1000 копий. Получить мы ее сможем в игре Cry Maze Race. Для получения этой лимитки вам нужно открыть три острова. Конфетный остров, Адский остров и Лесной остров. Как только вы их откроете, прямо здесь в игре вы сможете забрать эту лимитку. Но говорю сразу, это очень долго по времени, поэтому вам придется поиграть в эту игру. Также в этой игре доступна еще одна лимитка, это Лунная Корона. Тираж этой лимитки 1000 копий, но получено всего несколько штук. Чтобы получить эту лимитку, вам нужно достичь острова Medieval, достичь острова Frozen и достичь острова Ферма. После этого также здесь в игре вы сможете забрать эту лимитку. Но эта лимитка еще сложнее, чем предыдущая. Вторая лимитка – меч мастера Блейд. У этой лимитки 1000 копий. Получить мы ее сможем в игре Sword Master Simulator. А для получения этой лимитки вам нужно выполнить несколько условий. Разблокировать район кораллового рифа, вылупить 1000 яиц и заработать 1 миллиард монет в игре. Это тоже довольно долго по времени. Третья лимитка. Разноцветный меч. Очень классно смотрится. Тираж этой лимитки 5000 копий. Ее вы сможете получить в игре Anime Energy Clash Simulator. Чтобы забрать эту лимитку, вам нужно выполнить 4 задания. Взмахнуть своим оружием 20 тысяч раз, победить 2000 боссов, вылупить 2000 яиц и победить Наруто во втором мире. Как только вы все это выполняете, прямо здесь в игре можете забрать эту лимитку. Также в этой игре до сих пор доступна вот такая корона. Про нее я уже рассказывала, но, ребята, если вы не видели видео, расскажу, что здесь нужно сделать. Здесь нужно победить босса во втором мире, победить босса в третьем мире, победить босса в четвертом мире и достичь 12 уровня в сезонном событии. Так что параллельно еще в этой игре вы сможете получить и эту лимитку. И последняя лимитка – золотой нобик в тележке. Тираж 2000 копий. Собирать мы ее будем в игре Free UGC Kart Rage. Чтобы забрать эту лимитку, вам нужно пройти гонку на тележках 3 раза и поиграть с 11 друзьями. А еще в этой игре доступна вот такая лимитка, танчик на плечо. Чтобы его получить, вы должны 3 раза прокатиться на горках и пригласить в эту игру 7 друзей. После этого прямо здесь в игре вы сможете забрать эту лимитку. И это, ребята, лишь немного часть лимиток, которая доступна сейчас в Roblox. Следить за выходом лимиток вы можете в игре Flex Your UGC Limited, ссылочку оставлю в описании. Там есть стенд, где показывается, какие лимитки доступны, сколько копий осталось и какие лимитки выйдут в ближайшее время. Все ссылочки на все плейсы и на все лимитки оставлю в описании и в закрепленном комментарии. С вас, как всегда, подписочка, кто этого еще не сделал, и лайк под видео. Буду очень благодарна. Всем удачи в получении лимиток и пока-пока!